Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор чекин. Часть 1. Задание 304». Когда Миша взял стакан, заполненный молоком, и перелил все молоко в чашку, то она тоже оказалась заполненной до краев. Таким образом, вместимость стакана оказалась равна вместимости чашки. В этом случае говорят, что жидкость, заполняющая стакан, имеет такой же объем, как и жидкость, заполняющая чашку. Как можно сравнить объемы 1 килограмма муки и 1 килограмма крахмала? Для того, чтобы это сделать, удобно использовать два одинаковых сосуда. Например, две одинаковых 2-литровых банки. Ну вот взять первую банку и вторую банку. В первую банку засыпать 1 килограмм муки, разровнять верхний слой муки. Мука займет какую-то часть банки. Во вторую банку засыпать 1 килограмм крахмала и тоже разровнять верхний слой крахмала. Крахмал тоже займет какую-то часть банки. А теперь сравнить. А как сравнить? А сравнить по высоте, которую занимает мука и которую занимает крахмал. Ну вот высота от стола вот, до вот этой отметки, где заканчивается верхний слой муки. И вот эту высоту, ее можно измерить. И здесь тоже высоту от стола до верхнего слоя крахмала тоже измерить. Или просто сравнить. Там, где высота больше, там и большая часть банки занята данным веществом. Но вот так, как здесь изображено, то крахмал занял большую часть банки, а значит и объем крахмала больше, чем объем муки. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.